А дальше говорим об истребителях F-16 для Украины. Когда и в каком количестве их ожидать? Как это может изменить ход боевых действий или только усилит защиту украинского неба от российских ракет и дронов? Говорим об этом с экс-сотрудником СБУ в 2004-2015 годах, военным экспертом Украинского института будущего Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Тема получения истребителей F-16 последние несколько месяцев активно обсуждается в информационном поле. Давайте еще раз, возможно, повторим, расскажем тем зрителям, которые не знают об этом, почему истребители F-16 так важны для Украины. Так, именно F-16 или вообще? Именно F-16. Именно F-16. Так, смотрите, во-первых, их довольно-таки много. Ну, уже об этом много раз говорилось. Их много. Это как танки «Леопард», только F-16 и в воздухе, да, и летают в воздухе. Тоже там очень, порядка 2500 единиц. То есть достаточное количество. Это говорит о том, что много людей, которые умеют с ними управляться на земле, обслуживать, могут научить наших военных. Большое количество запчастей в разных частях мира, совершенно разных. Ну, я имею в виду везде, там и в Польше, и в странах Балтии есть. То есть есть много локаций, откуда в случае чего можно даже какую-то экстравагантную запчасть срочно привезти и срочно отремонтировать этот самолет уже непосредственно у нас. В чем нюанс? Да, они вроде бы как бы старенькие, если самолеты, Российская Федерация много раз на это намекала, ой, там они вообще не конкурентоспособные, точно так же, как и ПЗРК Патриот, да, тоже говорили, ой, 70-е годы, что они могут, ну вот пришлось им признать, что 4 последних авиационных судна на прошлой неделе были уложены именно ПЗРК Патриот. То есть при хорошей модификации, при хорошем апгрейде, вот эти самолеты могут показывать очень хороший мастер-класс. И еще обратите внимание, что существует на данный момент порядка 50 самых разнообразнейших ракет, которые можно повесить на эти самолеты. То есть еще такой нюанс, дополнитель, возможно, очень тонкий, но тем не менее он очень важен. Есть боеприпасы, которые подвешиваются к этому самолету, и пилот по ходу выполнения задания может вносить специально, изменять задание в эти ракеты, не на земле, да, загружать задание, а непосредственно в воздухе, с учетом того, как там поменялась ситуация. То есть он довольно-таки свободный, маневренный, я имею в виду, пилот в плане принятия решений, что загрузить, какую цель выбрать для поражения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предоставление Украине современных истребителей историческим моментом для всей архитектуры безопасности в Европе и мире. Какую роль конкретно играют современные истребители в этой архитектуре безопасности для всего мира? Так, давайте я чуть-чуть вернусь, маленькая ретроспектива. Насколько тяжело давались самолеты? Самолеты давались невероятно трудно, потому что, если помните, сначала о них можно было говорить, но мечтать нельзя было. Потом в качестве камня преткновения у нас было 2 человека. Да, это замминистра обороны Соединенных Штатов Америки Колин Каль и Джек Салливан, советник по национальной безопасности. Они были против. И один из таких аргументов – длительность подготовки наших пилотов. Да, 40 месяцев. Да, и вот мы из этого исходили. 40 месяцев подготовка – это очень долго. Потом в феврале месяце Колин Каль на слушаниях в Конгрессе сказал, уменьшил эту цифру до 18 месяцев. Говорит, 18 месяцев на подготовку и столько же времени на передачу этих самолетов в Украину. Теперь уменьшилась еще цифра подготовки наших пилотов. Теперь уже якобы в 4 месяца можно уложиться. И теперь вот, отвечая на ваш вопрос, мы можем сказать, что эти самолеты действительно сыграют огромную роль в безопасности Украины, сумеют как следует, не на 100%, конечно, но очень-очень серьезно потрепать российские самолеты, российские вертолеты, которые находятся в воздухе. А теперь просто представьте себе, если у России станет там, в 2-3 раза меньше самолетов, вертолетов в воздухе, то, соответственно, уменьшится угроза для стран Европы. То есть предоставление самолетов в Украине автоматически защищает страны Европы и страны НАТО от потенциального нападения Российской Федерации с использованием авиации. Yeah.
А вот вы сказали про то, что сначала было 40 месяцев для обучения, потом 18, теперь говорят о 4. В чем сложности конкретно обучить украинского пилота на истребителе F-16? Потому что я читала экспертов, и они говорят, что летать на них несложно, сложнее освоить вооружение и терминологию, которые на английском языке, и там, конечно, могут быть сложности украинских пилотов. Давай, я с этим тоже соглашусь. Давайте так, чтобы быть до конца более откровенным с вами, на эту тему вам реально смогут ответить более профессионально пилоты. Я только небольшую часть затрону, вы правильно обозначили. Это английский язык, действительно, английский язык, это его нужно подтянуть. Это не просто вот туристический уровень, когда приехал в Турцию, заказал условно пиво и картошки. Это не тот вариант, это намного глубоко, намного серьезнее. Это английский язык для техников, которые работают на земле, чтобы они на слух могли понимать, какая деталь требует замены, где ее найти. Это учет запчастей, это заказ запчастей. То есть это не только пилоты учатся, но и техники на земле. Вот, в принципе, вот та сложность, которую я вижу вот пока для наших пилотов. Еще один вопрос о сроках обучения. Вместо 18 месяцев 4. Как думаете, с чем это связано, кроме, естественно, с необходимостью обучить как можно быстрее, чтобы как можно быстрее истребители F-16 стали на защиту Украины? Скорее всего, уменьшили нагрузку вот на наших пилотов в части обучения каким-то, не знаю, виражам, движения, наверное, в группе, там, звено и так далее. То есть, скорее всего, будут это простые задания, взлет, посадка, там, на, заход на цель, там, не знаю, отстрелялись, отбомбардировались и вернулись обратно. То есть уместили вот это вот обучение, сжали у нас настолько... спрессовали столько, насколько это было возможно, да, вот, что меньше уже просто нельзя. Да, это как водитель автомобиля. Вот он может там сесть в автомобиль, завести, проехать из своего дома до магазина, припарковаться, вернуться обратно. А вот движение по кругу, Т-образные перекрестки, да, автострада, он на это не заточен. То есть я думаю, точно так же с этими пилотами. После войны, конечно, обучение уже будет намного серьезнее и будут восполнять те пробелы, которые вот еще останутся. Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что тренировки уже начались конкретно украинских пилотов на F-16. Мы можем говорить о каком-то массовом этом процессе? Как много сразу могут обучать украинских летчиков? И можем говорить о том, сколько, как интенсивно будут проходить эти обучения? Ну, давайте так, это военная тайна, потому что эти пилоты, которые будут обучаться, они забираются с фронта. То есть я понимаю, что большое количество забрать сразу не могут. Это будет какое-то минимально возможное количество, чтобы сохранить боеспособность нашей авиации, пока они будут обучаться. То есть, например, условно, да, там 10 человек забрали, 10 человек обучилось, вернулось, потом еще 10, потом там еще 10, потом уже непосредственно в Украине наши пилоты будут учить там своих коллег, там, которые находятся здесь. То есть, ну, это очень тонкий вопрос, тонкая настройка, и это является такой засекреченной информацией. Главными темами следующей встречи в формате «Рамштайн» будет усиление противовоздушной обороны и передача Украине истребителей F-16. Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер вчера, 23 мая. Как думаете, чего ожидать Украине от этой встречи? Ну, смотрите, еще большой такой вопрос, который не закрыт. То есть, да, вот самолеты вроде как сказали, окей, можно, там, давайте обсуждать. Сейчас будут нюансы обсуждения, кто будет передавать самолеты, в какой поочередности, какие страны, какая комплектация должна быть у этих самолетов. Скорее всего, какое-то оборудование будет изъято, то, что является там, военной тайной стран НАТО. Да? Не знаю, возможно, опознавание свой-чужой, вот эти вот системы и так далее. Это пилоты вам более детально скажут. Потому что, опять же, есть опасения, что если самолет будет сбит, Российская Федерация будет активно способствовать этому и работать на это, и ставить задания, и попытается украсть обломки, чтобы провести, там, сделать промышленный шпионаж, там, вдоль и поперек разрезать, там, получить доступ к технологиям. Поэтому вот присутствие технологий будет минимизировано, чтобы не навредить союзникам НАТО, США. Кроме того, давайте не забывать по ракетам. То есть самолет — это самолет, запчасти — это запчасти. А чем стрелять? Какие ракеты будем давать? Какую поочередности? Сначала там одни ракеты, потом другие. Или все будут давать только одной модели или какой-то одной спецификации. То есть это тоже требует проговорки.
А вот давайте еще раз вернемся к F-16 и их роли в этой войне. Смогут ли эти истребители изменить ход боевых действий или только усилят защиту украинского неба от российских дронов и ракет? Не хочу быть голословным, они действительно очень помогут. Я очень хочу верить, что они действительно очень-очень сильно помогут. Ну, давайте так, будем очень, не скептически, ни в коем случае, так с холодным умом подойдем к этому и скажем, что очень сильно помогут. Не говорим пока, что то, что изменят ситуацию полностью, только появились в небе, сразу все, Российская Федерация рассыпалась, нет. То есть очень сильно помогут, очень сильно защитят нашу пехоту, которая будет идти в наступление. Потому что если в небе не будет наших самолетов, в небе над головами наших военных будут российские бомбы, российские самолеты и российские боевые вертолеты. Понимаю, что вопрос риторический, но все же есть ли понимание того, сколько Украине нужно таких самолетов и в то же время сколько нам могут передать? Ну вот как в случае с танками, если не ошибаюсь, передали столько, сколько Украина и озвучивала. Как может быть с истребителями F-16? К сожалению, я не компетентен в этом вопросе, искренне говорю, я не могу сказать, сколько нам передадут, сколько нам необходимо. Я понимаю, что чем больше, тем лучше, потому что техника будет выходить из строя. Надо ставить какой-то процент на сбитие этих самолетов, как ни крути, скорее всего, будут сбиваться. Поэтому, ну, еще раз, этот вопрос лучше переадресовать для профессионализма военным пилотам, которые непосредственно работают с техникой. О реакции России вероятность ядерного апокалипсиса зависит от действий Запада по поставке Киеву вооружений. Так Дмитрий Медведев, председатель Совбеза Российской Федерации, отреагировал на планы Запада поставить Украине F-16. Что это за очередное возвращение к ядерным угрозам и ядерной риторике? Обратите внимание, все угрозы после мая прошлого года идут исключительно а. от Дмитрия Медведева, б. от пропагандистских там разных каналов, телеграм-каналов, но они не идут от высших должностных лиц Российской Федерации. То есть это говорит о том, что есть понимание, или вернее, что было оказано давление на Российскую Федерацию со стороны Китайской Народной Республики по недопустимости вообще разговоров со стороны должностных лиц на тему ядерного удара, тактического, стратегического. Поэтому, видите, вот от президента Путина вообще ни слова на эту тему. А вот от Дмитрия Медведева, пожалуйста, ему можно, потому что у него должность очень декоративная. То есть заместитель секретаря Совета Безопасности. Я вашим зрителям напомню, что он был назначен на эту должность в свое время еще до того, как эта должность была юридически создана. Сначала подписан был указ, а потом уже создана была должность под него. Поэтому это придворный клоун, ему можно и угрожать ядерным оружием, не знаю, там, и космическим оружием, и дьяволом называть, и шайтаном, что угодно. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с неанонсированным визитом в Украину. Он встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Как думаете, с чем связан этот визит? И если это возможно, объясните, с чем связана его неанонсируемость? Ну, во-первых, все-таки визиты они стараются не анонсировать в целях безопасности, потому что Российская Федерация... Многие мировые лидеры анонсировали визиты. Не все. Многие, но не все. Ну, вот конкретно вот здесь вот это министр обороны, поэтому... очень такая важная фигура военная. И не то, что скорее всего, я уверен, что там большие тонкие вопросы. То есть не дать возможности Российской Федерации, той агентуре, которая потенциально есть в Украине еще, сориентироваться и попробовать, не знаю, там, выведать информацию, получить какие-то техническим путем информацию, там, о чем они будут разговаривать, где будут встречаться, какая тема будет, какой объем материалов будет, какие люди приедут. То есть максимально сократить возможность утечки информации о том, о чем будет говориться на этой встрече. Да, это вот конспирация. О чем говорили? Ну, скорее всего, если там была фотография выложена Су-25, если не ошибаюсь, и с подвешенной ракетой Storm Shadow, скорее всего, были разговоры на тему этих ракет, результативности их использования, первых результатов, потому что мы видели, что по Луганску, по временно оккупированному Луганску, по
по-моему, военкомат и Академия штурмана, прошу прощения, Академия Министерства внутренних дел, тогда еще, да, в 2014 году, там, где располагалось большое количество российских военных, ударили именно этими ракетами. Я думаю, министр обороны хотел услышать, как это происходило, ну, какая результативность была, и, скорее всего, проговаривали о дальнейших поставках и, возможно, даже увеличении радиуса действия этих ракет. Иван, о событиях на Белгородчине ничтожно мало об этом сказано было в средствах массовой информации, так называемых, России. Те телеканалы, которые, ну, хоть как-то уделили этому внимание, сделали материалы, каждый из тех каналов, кто уделил этому внимание, сделали материалы хронометражом не больше одной минуты. В то же время сами так называемые военкоры кремлевской пропаганды говорят о том, что ситуация в Белгородской области застала власть врасплох, и они сами не знали, что делать. Что вы думаете об этом? Ну, это не секрет. Действительно, не знали, что делать. Смотрите, какая ситуация? На территории Российской Федерации заходит группа вооруженных людей. Там, по разным данным, порядка 80 человек. Окей, пускай будет 100. И вот эти вот 100 человек, они поставили в букву Z, да, в позицию буквы Z, всю российскую власть. Кремль, правоохранители, силовиков. Все, вот полностью, начиная от лейтенанта, заканчивая генералами армии. Потому что больше чем 24 часа вся российская власть не могла совладать или даже придумать, что и как делать для того, чтобы локализовать вот этот вот проход РДК и Легиона Свободы России. То есть больше чем сутки. То есть мне казалось, что вот где-то до вечера они должны собраться первый же день, да, и как-то там что-то дать отпор. Получилось так, что и ночь они не могли собраться. Только ближе к середине второго дня собрались с мыслями, с силами. То есть основной результат какой? Что российская граница решето, минные поля, которые были на границе, были сняты настолько филигранно, что российские пограничники этого не увидели. Российских вооруженных сил не хватает для того, чтобы прикрыть все 700 километров вот это Украина-российская граница. Я думаю, что если произойдут еще такие случаи, они с вероятностью процентов 95 будут в других регионах, это заставит российскую власть, скорее всего, забрать с отдельных направлений Украины, не знаю, Харьковская область, там, где частично, там, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская, забрать какую-то часть своих солдат, техники бронированной и перетянуть на границу российско-украинскую, там, где не ведутся боевые действия, чтобы закрыть те дыры. Иван, спасибо вам большое за ваше мнение о том, что произошло в Белгородской области, о приезде министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Украину и о передаче истребителей F-16 Украине. Говорили с экс-сотрудником СБУ, военным экспертом Украинского института будущего Иваном Ступаком.